Две из трех главных наград краевого конкурса «Журналист меняет профессию» завоевали сотрудники сибирской медиагруппы. На днях в регионе подвели итоги проекта. На протяжении 4 месяцев журналисты разных редакций осваивали такие профессии, как мастер сухого строительства, массажист, столяр, повар и другие. Корреспонденты рассказывали своей аудитории о том, как они осваивают навыки новой рабочей профессии. В свет вышло более 200 публикаций. В финале конкурса авторам репортажей, которые успешно сдали квалификационный экзамен, вручили свидетельство об образовании. Корочки мастера от ресурсного строительного центра получил и наш оператор Алексей Фризин. Ну а победителям конкурса на память останутся также дипломы от Краевого министерства образования и строительные «Оскары» – статуэтки в виде руки, держащие мастерок. Бронзовый «Оскар» присудили Анне Семиной из «Комсомолки», серебряный – Анне Маковеевой из «Аргументов и фактов». Золотой второй год подряд получил замшеф-редактора «Вечернего Барнаула» Ярослав Махначев. Добавим, это был уже 4-й сезон проекта. Будет и 5-й, уверены организаторы. В систему среднего профессионального образования в этом году будет приобретено уникальное оборудование. На эти цели направлено более 80 миллионов рублей краевого бюджета. Мы приглашаем всех представителей средств массовой информации поработать на новом установленном оборудовании в профессиональных образовательных организациях в следующем году. Появится дистанционное обучение, дистанционное образование. Мы хотели его ввести уже в этом году, но не вышло. Появятся более экзотические профессии. То есть уже есть предложение выучить обвальщика мяса, стюардессу, проводника поезда.